There was a woman who was beginning to have serious marital problems. Была одна женщина, у которой были серьезные проблемы в браке. Which led to her divorce. И в результате это привело к разводу. Her husband left her with several children to raise. И муж ушел и оставил ее с детьми, несколько детей было. Before long, the children began to rebel against her authority. To rebel against her authority. Rebellious. They began to become rebellious. Дети росли, начали бунтовать. So she sought help from others on how to help discipline the children. И поэтому эта женщина начала искать помощи у других людей, как воспитывать детей. But nothing seemed to work. Но ничто не помогало. Finally, a wise counselor asked her a question. Наконец, один мудрый наставник задает ей такой вопрос. Did she marry with her parents' full blessing or not? Выходила ли она замуж с благословения своих родителей? And was she obedient to her parents while growing up? И была ли она послушна родителям, когда она росла? Well, the answer to both these questions was no. И ответ на эти два вопроса был нет. The counselor then explained from Scripture how that rejecting the authority of her parents in her youth was directly related to her present problems. И затем этот наставник ей объяснил, как отвержение властей в юношеском возрасте влияет теперь на ее состояние текущее и на эти, все эти проблемы, которые есть сейчас. Her husband and her children were simply responding to her strong will. Просто ее муж и ее дети реагировали на ее сильную волю. This cause and effect sequence is explained in the fifth commandment. Это, можно сказать, причина и следствие, как объясняется в пятой заповеди. Which is also repeated in the book of Ephesians. Которая также повторяется в послании к Ефесянам. Somebody read Ephesians. Прочтите Ефесянам. Chapter 6. Шестая глава. Verses 1 and 2. Стихи 1 и 2. Or 1 through 3, actually. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Honor your father and mother. So, he's saying here that if you honor your parents, it will go well with you. И он говорит, если вы почитаете родителей, то будет все с вами хорошо. But if you don't, the opposite is implied. It will not go well with you. То будет противоположность, и не будет все хорошо. Scripture is filled with cause and effect sequences. И в Писании очень множество таких примеров причины и следственных связей. And the more we understand this, the wiser we will become in counseling other people. И чем больше мы это понимаем, тем мудрее будем в консультировании других людей. The more we're able to identify root problems, тем больше мы сможем видеть эти корневые проблемы, the more lasting impact we'll have as we minister to people. То тем более продолжительный будет эффект служения другим. Again, we want lasting results, not temporal results. И снова, как мы хотим постоянных результатов, а не временных. So we're talking about these three areas here: bitterness, greed, and impurity. И мы говорим о этих трех сферах: горечь, жадность и нечистота. Let's turn also to James chapter 4. Откроем также Иакова 4 главу. Read verses 5 through 8. Пятый, восьмой стихи. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. God says that he resists the proud. Бог говорит, что он противится гордым. But gives grace to the humble. Но дает благодать смиренным. Again, what is grace? Снова, что такое благодать? It's going to be a good test question. Это будет вопрос на экзамене. What is it? Desire and power to do the will of God. Desire and power to do the will of God. Желание, сила исполнять волю Бога. If we humble ourselves, если мы смиряем себя, God gives more grace. То Бог дает больше благодати. He gives more desire and power to do God's will. Он дает больше желания, силы исполнять волю Бога. But if we're proud, но если мы горды, then even God himself resists us. То тогда даже сам Бог противится нам. If we say, I know I should forgive this person. Мы скажем, ну, знаю, я должен простить его. But I'm going to just ignore them for a few days. Ну, я просто проигнорирую, буду игнорировать его несколько дней. I'm just going to let them feel my coolness for a few days. Пускай почувствует, насколько мы, у нас отношения охладели. That's still a form of unforgiveness. Это все еще остается форма непрощения. We think that we are punishing them. Когда мы думаем, что мы наказываем их. I'm punishing you because you did this to me. I'm ignoring you. Я наказываю тебя, потому что ты так со мной поступил, поэтому я буду тебя игнорировать. The Bible says, "Vengeance is mine; I will repay," says the Lord. Но как в Библии говорится, что я воздам месть за мною. It's not our responsibility to repay people for their sins. И не на нас лежит обязанность воздавать людям за их грехи. We may be resisted by God. И, возможно, мы встретим сопротивление от Бога. Turn to 1 John chapter 2. 1 Иоанна, 2 глава. Verses 15 through 17. Стихи 15, с 15 по 17. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. All that's in the world can be tied to these three things. Все, что находится в мире, можно привязать к одному из этих трех моментов. Lust of the flesh, moral impurity. Похоть плоти – это моральная нечистота. Lust of the eyes, greed and temporal. Похоть очей – это жадность. The pride of life. Гордость житейская. I'm too proud to forgive. Я слишком горд для того, чтобы простить. I'm too proud to humble myself. Я слишком горд, чтобы смирить себя. And release them. И отпустить for the wrongs that they've done. За то зло, которое они сделали мне. All of it goes back to resisting the grace of God. Все это сводится к сопротивлению благодати and Божьей. And following our own natural inclinations. И следованию нашим природным склонностям. Look in Ephesians chapter 4. Ефесянам 4 глава. Verse 19. 19 стих. Says some people have given themselves over to lewdness and to work all uncleanness with greediness. Go ahead and read 19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Read verse 28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Paul's hitting at these different areas. Read verse 31. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. So Paul is encouraging the Ephesian believers. И поэтому Павел ободряет ефесских верующих.
avoid these things. Чтобы всего этого они избегали. Look at verses 26 and 27. Еще 26-27 стихи. Maybe you could read those too. Verses 26 and 27. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Don't give any opportunity, don't give any place to Satan. Не давайте никакой возможности, не давайте места сатане. My wife and I have tried, we've maybe not always been successful, but we've tried to always forgive each other before we go to sleep. Мы с женой пытались, может быть, не всегда получалось, но пытались прощать друг друга перед тем, как заснуть. We have arguments, we disagree. У нас были споры, разногласия. She may do something that hurts my feelings, I may say something that hurts hers. Возможно, она сделала что-то, чтобы меня оскорбило, или я сказал что-то, что ее оскорбило. But we've tried to practice, you know, will you please forgive me? И мы пытались практиковать вот этот, пожалуйста, прости меня. Before we go to sleep. Прежде чем идти спать. Paul says, don't let that sun go down on your anger. Как Павел говорит, пускай не зайдет солнце в вашем гневе. Don't let the day end with anything in your heart. Не позвольте, чтобы день завершался с чем-то в вашем сердце. Простите. Seek forgiveness. И ищите прощения. Go to bed with a clear conscience. Идите в постель с чистой совестью. Go to bed with no bitterness in your heart. И без какой-то горечи в сердце. Why? Почему? Because we don't want to give place to the devil. Потому что мы не хотим давать место дьяволу. We don't want to give the opportunity for the devil to come in through that hedge. Мы не хотим давать какой-то возможности дьяволу пройти через эту стену. That hedge that God has up around us. Стену, которую Бог поместил вокруг нас. We don't want to give him opportunity to gain entrance. Мы не хотим дать возможности ему этот вход вообще предоставить. Is that clear? Это понятно? Now let me tell you on the test. I'm going to ask you, what are these three areas, these three root problems? Также в тесте я спрошу, каковы эти три коренные проблемы? I'm going to ask you, what are the two root causes? Я спрошу, каковы коренные причины? I'm going to ask you to give me the definition of the grace of God. Я спрошу, что такое благодать Божья? Do you remember those eight essentials in a counselor's life? И помните эти восемь качеств в жизни консультанта? I'm going to ask you those. You need to know those. They're right there on your syllabus. Они прямо у вас на конспекте. I'm going to ask you. I'm not going to ask you to list all these surface problems or all these surface attitudes. Я не буду просить вас перечислять все поверхностные проблемы и поверхностные причины. But I'm going to ask you a question. Но я задам вам вопрос. I'm going to list a few of them. Может быть, я перечислю некоторые из них. And I'm going to say these are surface attitudes or these are either скажу. Are surface actions, это поверхностные отношения или поверхностные действия, поступки. I'm going to say, is this true or false? И спрошу, это правда или нет? So you need to distinguish between the two. И вы должны понимать различия между проблемами и причинами поверхностными. I also talked in the first day about wisdom and understanding and также obedience. Также первый день я говорил о мудрости и понимании.
Wisdom and understanding and obedience. И послушание. And I talked about wisdom as being able to see life from God's perspective. И говорил, что мудрость — это способность видеть жизнь с Божьей точки зрения. Need just remember that. Это вам тоже следует помнить. I'm helping you here. Я здесь вам помогаю. Okay, let's talk about one more, and then we'll break for the day. Давайте еще поговорим об одном моменте, а потом сделаем уже завершим на сегодня. Number four here under what is counseling? Что такое консультирование? Это там следующий пункт. Counseling is explaining biblical disciplines, which God promises to reward and urging believers to accept them as part of their lives. Number D or number four there. It's number D. Counseling is explaining biblical disciplines. Консультирование — это объяснение библейских дисциплин, убеждающих верующих принять их как часть их жизни. В конспекте есть. You see it on your, you see it's right on your syllabus. Пункт Г. Yeshua promises that when we pray and when we fast and when we give secretly. И Иешуа обещает, когда мы молимся и даем десятину, молимся, постимся и даем пожертвования в тайне, that he will reward us openly. Тогда он вознаградит нас явно. That's in Matthew 5 and 6. Это Матфея 5:6. God also promises that when we memorize and meditate on the scripture. Также Господь обещает, когда мы размышляем над Писанием, заучиваем его, that we will prosper in every area. Тогда мы будем процветать в каждой сфере. That's in Psalm chapter 1. Псалме 2 это. So when we make biblical commitments, и когда мы даем такие дели, как бы, when we let the Holy Spirit develop biblical disciplines in our lives, и позволяем Духу Святому развивать библейские дисциплины в нашей жизни, not copying other people or doing it out of the flesh, не копировать других людей и не делать это по плоти, but when we allow the work of the Holy Spirit to build disciplines in our lives, но когда позволяем Духу Святому создать эти дисциплины в своей жизни, it promotes spiritual maturity and spiritual strength, содействует духовной зрелости и духовной силе. The less commitments, the less discipline we have, последняя дисциплина, которая есть у нас, the less mature we will become. Чем менее мы дисциплинированы, тем менее мы будем зрелыми. There was an attractive young lady who was challenged to work with her father in selecting a future husband. Была одна очень симпатичная молодая девушка, которая была такая возможность как бы выбирать супруга вместе со своим отцом. She was challenged to, то есть, send any man who wanted to date her to her father first. То есть любой молодой человек, который хотел встречаться с ней, сначала она их отсылала к своему отцу. For his blessing. Для того, чтобы он дал благословение. Well, instead of making that commitment, she decided, well, I'll just wait and see what happens first. So she didn't do it. She didn't do it. She said, I'm going to wait a little bit. Поначалу она этого не делала и решила, что, ну, я подожду пока, как бы помедлю, не буду я так делать. Посмотрим. A short time later. Потом некоторое время спустя a handsome man asked her to go out on a date with her. Один симпатичный молодой человек приглашает ее на свидание. She was taken by surprise because he was very handsome and she didn't expect it. Это ее очень удивило, поскольку он был очень красивым и вообще она не ожидала этого. Immediately she said, I will go. Сразу же она согласилась, что она пойдет. Even though he was not a believer. Хотя тот человек, тот мужчина и не был верующим. And she had a check in her spirit
But she reasoned that I don't want to break the date because it will be a bad testimony to him. Had a check in her spirit. Had a warning. A warning in her spirit. В своем духе, как бы, она чувствовала какое-то, как бы, предупреждение, но все же она решила пойти, поскольку решила, что это будет плохим свидетельством для него. She said, "I'm a believer. I shouldn't break a promise." То есть я пообещала, верующая, я не должна нарушать обещания. Later that evening. Позже в тот вечер. She gave in to further temptations. То она отдалась искушению. And violated her moral purity. И как бы нарушила свою моральную чистоту. Which she thought she would always maintain until she was married. Как она думала, всегда сохранит до брака. Daniel is an example of one who made biblical commitments. И Даниил — это один из примеров таких, который так делал такие посвящения по Библии. Before encountering a compromising situation. Библейские посвящения прежде и до того, как такие компромиссы будут возникать. He purposed in his heart beforehand that he would not defile himself. И он в своем сердце решил еще до того, как настало событие, не оскверняться. Look in Daniel chapter 1. Даниила 1 главу давайте посмотрим. Daniel 1, verse 8. Даниила 1 глава, 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. So God wants us to develop biblical disciplines. Поэтому Бог хочет, чтобы мы развивали такие библейские дисциплины, that will help protect us beforehand. Которые помогут нам защититься до того, до события. When I was single, I made a commitment that I would never go out with any woman or date anyone without first talking to her father. И когда был еще холостым, то я принял такое решение, что не буду ни с кем встречаться до тех пор, пока не поговорю с отцом девушки. And so when I felt that God was bringing me into relationship with my future wife. И когда я почувствовал, что Бог приводит меня к взаимоотношениям с моей будущей женой. I went to her father and I asked for his permission to see her. Я пошел к ее отцу и спрашивал у него разрешения, чтобы могу ли я встречаться с ней. He lived in another part of the United States, so I called him. Он жил вообще в другой стране, не в стороне штатов, в другом штате, поэтому я позвонила ему. My wife said, no man had ever done that before. Моя жена сказала, ну, ни один еще мужчина так не делал по отношению к моему отцу. So I think it pleased him. Поэтому я думаю, что это понравилось ему. And then, when I felt we were to go to more serious relationship to consider the possibility of marriage. И затем, когда я уже почувствовал как более серьезные взаимоотношения, возможность брака. We say courtship in the United States. In English, I don't know. В английском, в Штатах мы говорим это ухаживание. I called and asked him for that permission too. И также я позвонил ему и в этом спросил разрешение. And then, before we were married, I asked him for permission to give her hand in marriage to me. И затем именно сам процесс просьбы руки, и также я перед этим спросил отца, and so, отдаст ли он ее как в жены мне. By the grace of God, he was very appreciative. И по благодати Божией он оценил это все. Because I was honoring of his authority over his daughter. Поскольку я почитал его власть над его дочерью. And I have a 21-year-old daughter now. И теперь у меня дочь, которой 21 год. And you know, we've told her, we've tried to train her. И мы сказали ей, пытались учить ее. To please let me work with her
in the selection of her future husband. Чтобы она позволила мне сотрудничать в процессе отбора ее будущего мужа. You know, we've prayed for him for many, many years. И мы молились о нем многие годы. Pray for him nearly every day. Каждый день даже. And I don't know if I know who he is now or not, but I'm still praying for him wherever he is in the world. Я все еще молюсь, где бы он ни находился сейчас в мире. And we've taught our daughter to please work with me because I can detect things in a young man that she might not be able to detect. И также я просила свою дочь, чтобы она сотрудничала со мной, поскольку я, возможно, увижу то, чего она может не увидеть. And so I encourage you single ladies. Поэтому я поощряю вас, одиноких девушек. Doesn't matter how old you are. You're single and you'd like to get married again. Одиноких женщин, но вы же девушек, которые хотят выйти замуж. I encourage you to work with your father or a spiritual authority. Сотрудничать с вашим отцом либо с вашим. If somebody wants to go out with you or somebody wants to develop a relationship. Кто-то хочет встречаться с вами или развивать взаимоотношения. Send them to your father or someone your father designates, like your pastor. Отсылайте к вашему отцу либо тот, кто представляет духовную власть, к пастору взять разрешение. And you single men. Также вы одинокие холостые мужчины. I encourage you to honor the authority of that woman you're interested in. Также я поощряю вас почтить власть той девушки, женщины, в которой вы заинтересованы. And work with her authorities to make a commitment to get that blessing. Взаимодействовать с ее властями и сделать это посвящение, в том, чтобы получить это благословение. I've known some young ladies who have made that commitment. Я знаю некоторых молодых девушек, которые так решили в сердце. And when a young man comes and says, "Can I take you out on a date?" И когда приходит молодой парень и говорит, "Давай пойдем на свидание." She says, "Well, I've made a commitment that you must first get my father's blessing." Ну, она говорит ему, ну, сначала пойди к отцу, спроси у него. You can tell real quick how serious he is. То сразу же можно определить, насколько вообще серьезны его намерения были. Because he knows this is going to be under authority. Поскольку он сразу осознает, что, о, это будет If he's not interested in talking to that father or spiritual authority. А? If he's not interested in talking to her father or the spiritual authority. Если он не заинтересован вообще разговаривать с ее отцом, с ее духовной властью. He has other things in mind. У него вообще другие мотивы, как бы на сердце. And, but a guy, you know, we guys know this. We like to have to work for something. И мы как мужчины, мы это знаем, что нам нравится работать над чем-то, то есть добиваться чего-то. You know, we don't want it easy on us. Мы не хотим, чтобы это было слишком легко для нас. And we women shouldn't make it easy on us guys. We need to work through authority. То есть женщины должны это облегчать для нас, для того, чтобы мы сотрудничали с властью. Because there's protection. Поскольку в этом есть защита. And I believe it's proper order. Также я верю, что в этом месте верный, правильный порядок. You know, biblical culture, the parents pretty much worked it all out. Ну, как мы знаем, в библейской культуре там вообще все родители устраивали. Now, that's not our culture today. Ну, это не наша культура сейчас. But we don't need to go to the other extreme. Также и не надо вдаваться в другую крайность. Where we have no parental authority or spiritual authority involved at all, and we, as two никакого нету Two individuals are trying to work this out on our own. Никогда нету никакого вмешательства духовной власти либо вмешательства родителей, и мы как бы два человека пытаемся это устроить. It's a real playground for temptation and for making bad decisions. Игровая площадка для искушений либо для неправильных решений. So, any questions about anything we've talked about today or any comments? Есть ли какие-то вопросы либо комментарии по сегодняшним темам? Да. Вы перечислили три вещи для развития духовной зрелости.
spiritual maturity development. Проблемы, раздражение, обязанность. Right. These are things that God allows. Да, но в мире это так же само. Для мирских это так же само. Well, yeah, but they они don't. То же самое проходит. Sure they are. But they don't. They don't have the Word of God. They конечно, don't have. Проходят, но у них нет Слова Божьего. They don't have the Holy Spirit. У них нет Духа Святого. They don't have a community of believers нет around them. Общины верующих рядом. They can help bring them to maturity. И что он не может помочь им прийти к духовной зрелости. We have the answer to what God's purpose is in life. Ответ, какова Божья цель для нашей жизни. To see Messiah formed in us. Чтобы сформировался внутри нас Мессия. Хотела бы задать вопрос. Если человек, допустим, сам он зрелый, и он знает, как помочь человеку, но он находится в неправильном положении перед Богом, он может как-то повлиять на человека? Ну, знающий, то есть. He knows God, he knows his principles, he's mature, but maybe in present moment. На настоящий момент он просто. Да. Да, да, да. In present moment, it's like he has some problems, some issues. Can he really help the other person? Can he really? Это, ну, это может как бы принести плод просто. Yeah. Well, it's hard for me to really say because. Трудно мне сказать, конечно. Because I know that God has spoken to people through donkeys in the Bible. Потому что через осла вообще Бог говорит в Библии. So I mean, God can obviously use us even when we're a mess sometimes. Бог может нас использовать даже когда мы вообще в полном, ну. You know, so. What's that? Should I listen to this person or shouldn't I listen to? If the person is not really walking with the Lord. Если он не живет с Богом, не ходит с Богом. Well, I think you have to weigh that. I have to consider that. Взвесить это надо. There's some people that are not walking with the Lord, but they have great wisdom from life. А иногда люди, которые не ходят с Богом, не живут с Богом, но все равно у них есть жизненная мудрость, опыт. But you know, for spiritual direction, we need obviously spiritual counsel. Но для духовного направления нужен духовный совет. And we're looking with discernment by the Spirit of God to discern what is the will of God through the counsel we receive. Мы подходим к этому с развлечением, ну, процесс именно какой совет принять, что принять. Спасибо. Anybody else? Кто-то еще какие-то вопросы? Okay, well, let's pray, давайте and we're going to go ahead and break here. Помолимся, и на сегодня будет.